Ни свой, ни чужой, последний герой. Ха! Я такой, бля, уже все нахуй. Всем привет. Курва уже просто, блядь, уже все. Остаться в живых уже, блядь. Такое впечатление, что он снимается в последнем герое, блядь. Так, ну-ка, крысы, что-то, блядь, мечутся, что-то. Сами нихуя не знаю. А что-то там, наверное, лежит, блядь. Сучки. Что-то они от меня прячут. А, вот оно что. Так, я нашел уже 3 костяных амулета. Ебать, мы находимся в какой-то вообще пиздец, нахуй. Заброшенке вообще жесткой, нахуй. Просто пиздец. То есть тут какие-то... А, я думал, это уже какие-то могильные какие-то плиты. Не, нихуя. Что там? Приехала тарантайка какая-то. Ага, нихуя. Нихуя себе, то есть они, бля, приезжают, такие тела высыпали. Нихуя тут трупов, во пиздец они, нихуя себе, у меня еще кореш за них, бля, он за них, короче, у меня... Нихуя себе, я еще, бля, за корешуху думал. Вот оно что, бля, так он, короче, в их сговоре. Он говорит, зачем ты их всех убиваешь, говорит, нихуя себе, да и, бля, да тут... Бля, тут надо, короче, разрабатывать ядерную боеголовку, нахуй, отсюда съебывать и просто сюда закидывать ядерную бомбу. Ничего не вижу, нихуя не слышу, там какие-то пидорасы вон. Вон, блядь, мужик помогает кому-то. Ну это вот нормально. Вот нормальные люди, вот он помогает мужику. Я не знаю, я не могу ничем помочь тебе. Блядь, мужики, тут каждый выживает, короче, сам, каждый сам за себя, нахуй, походу. Нихуя тут так, а это они во что город превратили? Ёбаный в рот, блядь, нихуя себе. Просто куча трупов, блядь, нормальных людей они просто уничтожают и сваливают все в одну свалку. Просто за город просто вываливают. Вагонами! Трупы вагонами сыпят просто, ебать. А у меня еще друг за них играет. Ебануться, нихуя себе. Он еще мне говорит, не убивай их, не надо, они все хорошие, бля. Какие хорошие, нихуя себе. Ах, ну, блин, он в сговоре с ними, бля. Все знаете, Сашка Савельев в сговоре, короче. Все, я-то думал, блядь, нихуя себе, везде, блядь, все против меня. Сука, курва, тебе придется выживать, блядь, как-то нахуй. Ты кто? Ну-ка, сука, ты что-то, блядь, ходишь тут с мечом. Ага, они уже все работают, это мародер. Блядь, они уже работают на этих, блядь. На кого они работают, интересно? Сука. Всюду крысы, никакого от них спасения, блядь. Кто тут, блядь? Ворота Радшора. Расшоркались тут, блядь. Вижу, вы подняли заслон, самое время. Вот, мне надо вон туда. Мне надо в Рашер. Так, вот там вот, блядь, вот туда всовывается ворвань. Для чего, я пока понять не могу. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Спустимся, посмотрим. А, здесь, блядь, все. А здесь все, здесь галят. О, вот они, суки, вот они идут, блядь, двое. Два ублюдка, блядь. Может, их как-то, блядь, убить, нахуй? Съебаться, самое главное съебаться вовремя. Нихуя себе, я двоих запорол. Суки, мрази, блять. Я вас всех тут, сука, почикаю, нахуй. Нихуя вас никто не спасет. Так, здесь, блять, точка отсчета. На, сука, гнида, блять. А, блять, такой, нет, блять. А откуда он взялся-то здесь? Ублюдок. Ах, вы ублюдки, блять, хуевы. Сука, весь город испоганили, мрази, блять. Так, все, я нашел. Так, привет Фергу, блядь. Да пошел сосать, блядь, всем Фергам сосать, нахуй. Сейчас, блядь, вы у меня тут, блядь, получите пизды, нахуй. Так, пули взял. Все взял. Ворвань взял, блядь. Так, значит, ворвань мне выкидывать здесь нельзя. Ворвань, наверное, нужна там, блядь. Надо включить ту хуйню. Не знаю, что она, правда, дает, но надо ее, наверное, включить. Кстати, а что у нас здесь? А что у нас здесь вообще происходит? А, ну это я оттуда пришел. Так. А я вот туда вот могу перенестись? Нет, туда я не могу сразу перенестись. А вот туда... Хоп! Сейчас посмотрим, что у нас здесь интересного. Сука, весь город, блядь, превратили в говно. В кусок говна. Нихуя себе, люди, людей, тела, блядь, выкидывают вагонами. Ебать, да это...
Я такого вообще за всю историю, блядь, вообще нахуй воин даже не видел, блядь. Просто целыми вагонами людей просто подвозят перманентно, просто, как, блядь, на конвейере, нахуй. Жух, один вагон ушел, второй пришел, чик, чик, нахуй. Ебанули, что ли, совсем, нахуй. Вот это мясо, натужно, что-то натужно. Так, а что, а для чего эта комната, нахуй она мне нужна? Непонятная какая-то комната, странная. Кстати, тумбочка висит, блядь, на воздухе. Тумбочка на воздухе висит. Ну заебись, блядь. А почему бы и нет? Кашляет. Какая-то сука кашляет. Ничего тут пока не вижу, вообще не знаю, ничего, нихуя не происходит. Так, сейчас посмотрим. Сейчас мы здесь все прозондируем и вернемся, скорее всего. Ну, вот, потому что там надо проходить эту хуйню, это все понятно. Но здесь тоже надо осмотреться. Что здесь интересно? Ну-ка. А ничего здесь. Здесь просто мост. Просто, сука, мост. Понятно. Ну, как бы такая. Просто, блядь. Квартал какой-то. Ну, не квартал, это подворотня. Обычная подворотня, короче. Нихуя тут нету. Не, ничего. Стонет от боли. Какая-то сука стонет от боли где-то. Ну, здесь ничего нету. Так, ладно, хуй с ним. Нет, так нет, так похуй. Да, весело, блядь. Весело, сука. Ну, в общем, обошел. Я не знаю, что-то, блядь, здесь везде полазил, а толку никакого. Ничего нету, как-то, блядь, странно вообще. Не знаю, могли бы что-нибудь положить, я хуй знаю, блядь. Хоть монет каких-нибудь набросать. Толку я сюда пришел, не знаю. Во-во-во-во, опять! Хуяк, блядь! Ебать! Во что они город превратили? Они город превратили в кладбище. Ёбаный карай. Нихуя себе. Вот пидорасы конченые. Пиздец, я их тут вообще всех вырежу. Я всех до одного убью, бля. Всех уничтожу, бля. Здесь вообще ни одной души не останется, сука. Останутся исключительно только хорошие люди, блядь. Пиздец. Остальных всех уничтожу. О, блядь, а. Ну, засрали нахуй город. Да нет, да они даже не засрали. Если бы они просто засрали, это было бы еще хуйня. О, едет, товарняк опять. О, то есть оно едет просто каждую, я не знаю, блядь, каждую минуту, да. Это еще примерно вот, блядь, буквально еще пройдет. Часик, наверное, другой. И. Ага, вот они ворота. И здесь вообще не представляю, что здесь в городе и так, наверное, никого уже не осталось от болезней. А как бы мне. Потихо как-нибудь. Хоп-хоп-хоп-хоп, блядь. Чисто хотя бы спиздить, что тут. А, ну тут пожрать. Всякая хуйня туда-сюда. Этот лазит, там, кстати, закрыто все. А здесь что? А здесь открыто. Ну, надо посмотреть, что здесь. Пока, блядь, пошарудим. Пошарудим, короче, нахуй тут полазим, посмотрим, братка, бля, может, что найдем, нахуй, пизда, да, бля. Может, где золото кто прячет, бля. Эй, давай сюда, нахуй. Так, тихо, бля, здесь никого нету, зомбаков нету. Все вот эти вот пидоты, все вот эти генералы, адмиралы, они все, сука, все продали, все пропили, продали нахуй, короче. Весь город, блядь, просто, блядь, поглотили, блядь. Просто вообще, блядь, из него сделали сущий ад. Ад! Бляди. А внизу там есть, интересно, что-нибудь? Хочется спуститься вниз, но я, блядь, боюсь, как бы эта сука меня не заметила. Ну ладно, я потихонечку. Я как-то, блядь, ползаю так, потихонечку ползаю, блядь, но я нахуй, конечно, вообще очень рискую. Если, блядь, сейчас эта сучка меня заметит, да пиздец, опять начнет, блядь, поливать своей этой хуетой с автомата, блядь. И вон еще одна ходит, сука. А сколько их? Раз, два, две штуки только. Ну здесь ничего не сделать, я смотрю, вообще нихуя. Тут, в общем, в принципе, блядь,
Нихуя тут не сделаешь, поэтому отсюда надо просто съебывать. Потихонечку. Так. Надо отсюда, короче, делать ноги, блядь. Так. Ну вот это вот, кстати, вот фишечка, вот, которая просто перемещает. Вот она очень удобна, когда откуда-то издалека надо тебе переместиться. Вот она очень удобная, вот эта хуйнюшка. О, так а я вот куда пришел. А у меня ворваний нету. Сука, так а у меня нет ворваний, блядь. Надо идти за ворвание. А, куда я пошел? Так, отлично. Где-то она тут валялась у меня. Вот она. Ха-ха-ха, сука. Баллон, блядь, молока, нахуй. Бидончик. Сейчас поставим бидончик молока туда. Так, должно что-то заработать, блядь. Мне же надо как-то этих пройти. Хуепутал. Заработали прожекторы, осветили. Осветили дом, а хули толку? Мне с этого как-то не жарко, не холодно, блядь. Вот этот хуй стоит, смотрит на... Там досками все заколочено. И хули толку? Они стреляют куда-то, блядь. Вон они пробили окна. По кому они стреляют-то? Нихуя себе, они по людям стреляют. Они по зомбакам зебашат. Нихуя они демоны, блядь. Ебать. Так, сейчас, сука, меня спалят. Сука, вот она, эта клюшка. Пошла, блядь, курица, нахуй. Пошагала, блядь, деловая, нахуй. О, блядь, ёба народ, блядь. О, открывайте двери, блядь. Нихуя себе. Чё ты, как, пацан? Пиздец, я вижу, тебе пизда пришла, нахуй. Бля, ничего не поделаешь. О, это тоже, бля, библиотекарь, нахуй. Чё, книжки растерял? Ну а что делать? Нахуй, бля, держать надо было крепче, нахуй. К спине бы еще книжки привязал бы, блядь. На, бля, рюкзачок было тебе взять, как тут. Нихуя тут. Да. Ебашат-то тут нихуёво, короче. Тихо. Меня спалили, блядь. Ну их нахуй, короче. Все, ушел я оттуда. Все, так. Мы уже потихонечку пришли в дом, где тишина, спокойствие, и мухи не кусают. Еще бы тут еще мухи кусали. Так, лежит хлеб. О, ключ. От доходного какого-то дома. Не знаю, что за доходный дом. Мне кажется, здесь могут встретиться зомбаки. Череп какой-то нарисован. Ага, сука, уже кто-то блюет, блядь. Я такой проблевался и ушел. А что у меня по гранатам? Может, гранату им кинуть туда? Не, ну кидай гранату, когда не знаешь, кто там, блядь. Лучше, ну, нахуй, тратить. А что у нас по пистолетам? А, пистолетов, кстати, нормально, 26 штучек. Блядь, тоже же тратить неохота. Тихо. Вот. Блядь! Лежите нахуй все, сука, не вставай! Не вставай, баба, блядь. Все нормально, все, спокойно, блядь. Угомонились, нахуй. Все в кровище. Да, жестко, блядь. Так что вот такие вот дела. Все херово. Плакальщики всякие. Вон, трупаки валяются, мухи летают. Все тут. Out of order, что-то. Спасите наш ордер, блядь. Крики какие-то. Спасите нас, блядь, помогите. Ну, вернее, не крики, а написано. Типа, наверное, этот орден, наверное, блядь. Ордер. У меня есть ордер. Там было написано. У меня есть, как оно называется, у меня... Страховой полис у меня есть, блядь, спасите меня, ёптвою мать. Там было, блядь, на картонке у трупа. Нихуя себе. Забавная хуйня. И там эта хуйня стоит, и тут эта хуйня. То есть мне надо как-то быстро переместиться и вынуть ворвань. Заебись. Наверное, придется житуха пожертвовать. Ну, а что делать, да, ну, пришлось. По-другому никак. Ага, этот хуй стоит. А здесь тоже всех убили. А эти стоят, ждут. А, ну это я пришел на этот этаж, где это. Все понятно, все окей.
Так, тихо, меня уже запалили. Сучки. Так, а хули толку я сюда пришел? Ух, нихера себе, тут всякой всячины валяется. Нормально так. То, что я сюда пришел, как-то мне ни жарко, ни холодно. Я думал, здесь какой-то выход куда-то, блядь, в открытое море, нахуй. Ничего здесь, вообще ноль. То есть это просто какой-то такой тоже, блядь, заброшенный, как подворотня, блядь. И все, и ничего более. Заебись. Остается только кинуть этим пидорам ворвань, нахуй. Ну как вот, блядь, вот в него въебал, нахуй, а она не взорвалась. Ну что за хуйня вечно, блядь. Так, ладно. Попробуем, наверное, через верх. Через верх вообще реально, нет, блядь, подняться как-нибудь можно, нет? Суки, вечно все вечно захуячат, как-то непонятно. Попробую заберусь на эту вышечку. Так. Тихо, спокойно. Тихо, блядь. Тихо, без криков. Без лишних эмоций. Нихуя. Вилкой в голову убили. Заебись. Такое кровожадное убийство. Фу, блядь. Тут-то нахуя все это свалили. Ой, блядь. Полет к сферам, блядь. Они еще мечтают, блядь, полететь к каким-то сферам, нахуй, в космос. Ёбана. Они еще мечтают запустить ракету, нахуй, в космос. То есть у них мечты о высшем. Угу. А то, что люди здесь дохлые, бля, похуй как-то мне. Как говорится... Это, искусство требует жертвы, да? Так. Мне бы как-нибудь переместиться. Но отсюда это не получится. Сань, эти так и стоят, они пасут прям. А что если немножечко туда? Нет? Так-так. Я обманул их один хуй. Однохуйственно, бля, обманул, сука. Пидорасы, бля. Ну ладно, пусть они там стоят. А мне надо каким-то хуем добраться до ворот. На самом деле я их отвлек, походу, вот этой вот хуйней, то, что я осветил. Вот ту, как бы, лазейку, где вот эти окна. И они больше на нее теперь обращают внимание. На лазейку эту. А на меня, то есть, как-то уже похую, походу. Но все равно эта вот сука, она здесь лазит. Все равно вот эта вот падла, блядь. Ходит он туда-сюда, туда-сюда. Мне бы как-нибудь к воротам. Так, ну что ж, надо... Раз волшебство дают, надо как-то пользоваться им тогда. А мне надо... Так, мне надо. Ага, все бы ничего, только... А как мне попасть, блядь, туда? Я к воротам-то я пришел. Но если бы они еще открывались, было бы вообще заебись. Охуенно. Хуй, и туда не запрыгнуть. Бляди, ну сука. Хорош мозги ебать, дайте мне, блядь. Оп. Ага. Ништигинс. Ну вот я отключил тут поеботину, вытащил ворвань. А теперь можно спокойно уже пройти дальше. А вот и цепочка. Совсем заебись. А, бля, вот тут кинул, она взорвалась. Служебный выход. А-а-а, падла, вон ходит, падла. Ну а на этом пока приостановим наше прохождение. И дождемся следующей серии. Сука, ты меня не видишь. Ха-ха, не видит, блядь. А пока, все пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ждем следующего прохождения.